еще верхние этажи, может они получше будут, поинтереснее, которые сейчас закрыты в продаже. Ну вот именно вот шестой этаж мне не по душе. Ну, в принципе, давайте подведем небольшие итоги. Риск минимален, так как уже как бы дом построен, порядочный застройщик получает документы. В принципе, после 30 тысяч рублей за квадратный метр купить можно. Но если поискать, можно найти этому дому очень хорошую альтернативу. Как минимум альтернатива, сейчас я вам покажу. Альтернатива у нас вот она, смотрите. Вот он, этот домик, называется «Золотой колос». Да, нам до моря немножко у него дальше, но в целом характеристики льдовые реально классные, такое ощущение, как будто живете на Олимпе. Ну все, с вами был Максим, компания «Элитный Сочи». И давайте еще бонусом покажу вам коридоры, покажу, что здесь идет стройка. Смотрите, давайте поднимемся с вами повыше. Тот фактор, что хорошие здесь классные двери, качественные, очень хорошие двери. И, конечно же, давайте поднимемся повыше. Поднимемся повыше и посмотрим эти же квартиры этажами выше. Ну, как практика, обычно все верхние этажи застройщик себе оставляет, что на них максимально заработать. Я думаю, верхние этажи будут еще дороже стоить, чем эти нижние. Потому что разница, например, между шестым и пятым этажом у нас 3000 за квадрат. Ну, давайте все-таки посмотрим. Дойдем мы с вами до 10 этажа. До 9. А, вот в чем фишка. 9 этаж у нас уже с балконом, смотрите. Он уже под крышей, да? Квартиры в целом, планировки такие же. Вот. Такая квартира уже хорошая, да. Такая квартира уже бомба. Но она не продается. Вот в такой квартире уже можно жить. Что здесь хорошего? Он уже идет под крышей. Вот. Здесь идет вид на стадион. Вот здесь реально можно смотреть футбол. Вот на вся развязка идет. Еще одно поле, смотрите, не знал даже, честно скажу. Я думал, только одно. Бегают, прыгают, стрельбают, как сказала моя мама. Хорошее будет освещение. Здесь уже на квартиру похоже. Здесь я бы уже отдал бы 130 тысяч рублей за квадратный метр. Вот на школа. Вот на вся развязка. Вот Росреестр, да, чтобы у вас был ориентир МФЦ, город Сочи, это Росреестр. Чтобы представлять, какой идет вид, я вам покажу. И давайте посмотрим те же квартиры, которые мне понравились. Вот эти этажами выше, да? Вот, ну такая хорошая квартирка, смотрите. Оказывается, здесь сделали балкончик небольшой. Сейчас выходить не будем, так только раствор свеженький. Здесь уже, да, вид уже хороший, классный, обалденный вид. Вот такая квартирка. И самая маленькая по логике, самая доступная. Раз, два, три, четыре. Вот это третья квартира. Самая маленькая. Раз, два, три. Нет, не самая маленькая, она угловая. Вот эта квартира стоит 6 миллионов. Скорее всего, на этом этаже, вот на 10 этаже, она будет стоить гораздо дороже. Ну, как минимум, будет стоить, скорее всего, ну, на миллион повыше. Вот здесь, вот такой потрясающий вид тоже, угловая квартирка. Смотрите, какой красивый у нас дворец с осаждениями.
Обалденно, посмотрите. Что будешь, мальчишка? Чтоб я так жил? Блин, желаю всем, чтобы вы так жили. Желаю всем, чтобы вы вот так вот жили. Хороший вид. Да, немножко шумновато, но в целом мне нравится. И давайте все-таки посмотрим квартиру, которая у нас поменьше. Но все-таки надо смотреть застройщика, сколько будет стоить именно вот на этом этаже, потому что на шестом этаже там ловить нечего. Вот, вот такая квартирка, да. Небольшая студия. Смотрите, сделали они балкон. Вот так вот я старался выйти. Вот так вот стадион. Вот в целом вот эту квартиру можно брать. Даже рекомендую. Это у нас 10 этаж. Просто супер. Ну и нашу экскурсию пора завершать. Работы ведутся. На каждом этаже здесь ведутся работы. Монтируется лифт. Притом здесь у нас два лифта, да? Пассажирский, грузопассажирский. В целом уже внутри все сделано, я думаю, через месяц полностью будет готов. Очень много рабочих, работа вся кипит, перила есть, коридоры очень красиво уже сделаны, счетчики смонтированы. В данный момент идет у нас подключение газа, и все, в принципе, дом жилой. Называется еще раз Бытха 2016. Если возникло желание, есть у вас на покупку квартиры там не 2,5 миллиона рублей. Если готовы потратить 7-8 миллионов, я в принципе рекомендую. Очень такой интересный домик. Еще раз повторюсь, готовый дом, в принципе, по цене стройки. Рядышком дом строится на стадии котлована. Цена не такая. Но у этого расположения дома гораздо лучше. Потому что рядышком школа, детский сад и опять же стадион и все остальное. Ну все, с вами был Максим, компания «Элитный Сочи». Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Большим удовольствием отвечу. Все, всем пока.